Булата Акуджава «Черешня моих похоронах». Круглы у радости глаза, и веки у страха, и пять морщинок на челе от празднеств и обид. Но вышел тихий дирижер, но заиграли Баха, и все затихло, улеглось и обрело свой вид. Все встало на свои места, едва сыграли Баха. Когда бы ни было надежд на черта белый свет, к чему кино, вино, пшено, квитанции госстраха, и вам ботинки первый сорт, которым сносу нет. Не все равно, какой земли касаются подошвы, не все равно, какой улов несет извод рыбак, не все равно, вернешься цел или в бою падешь ты, и руку кто подаст в беде, товарищ или враг. Но чтобы было все не так, чтоб все иначе было, наверное, именно затем, наверное, потому играет будничный оркестр привычно и в полсилы. А мы так трудно и легко все тянемся к нему. Музыкант мой, музыкант, играешь и не знаешь, что нет несчастных и больных, и виноватых нет. Когда в прокуренных руках так просто ты сжимаешь. Музыкант мой, музыкант, черешневый кларнет. Ах, музыкант мой, музыкант, черешневый.